Приветствую на канале AsmodayPlay. Продолжаем играть. Итак, что мы? О, фонарь появился, блин, слава тебе богу. Встретиться так. У меня еще автомат был, точно помню. Понятненько. Осветительные вспышки. Так, ну вроде хищника-то можно здесь протаранить. Вот так. Нормуль. Так, чего мы добились? Бля, вот чего мы и добились. Ладно, вас убили. Охренеть. Ну-ка, вот здесь вот посмотрим. Ага, я в углу тут нахрен. Надо не с этого края подходить. Давай, заряжай. Опа. Вот так. Еще один. Вот так. Все, вроде бы отстрелялись по ним. Тут никаких подачек мне не будет. Хрен ос там. Ладно. Так, минутку. Просто я уверен, что могу упасть. Блин, немного в напряженном моменте я. Давай. А чё он здесь этот? Так вот надо там. Ни хрена себе, я столько бронебойных потратил.
Охренеть. Так. Заблочено, ага. А с тебя-то я хоть что взял? Нет, лучше не надо трогать. Так. Охренеть. Так. Ой-ой-ой-ой, сохранить. Так. Это я ничего не почувствовал. Никакой пользы от вас. Так. Падла. Где-то он, короче, затаился. Блин, он не висят, тут, наверное, патроны к ним есть. Где второй? Вот так. Что-то понять не могу. Вот так. Прикончил, падаль. Охренеть, у меня с патронами-то не все, ладно? Ладно. Сначала сюда. Вообще не то. Мать его.
Так, ладно. Заблокировано. Так, надо сохраниться и сохранить, потому что надо знать, куда идти. Ага, болты срезать. Ну-ка, давай-ка посмотрим, что с другой стороны. С другой стороны, ну абсолютно ни хрена. Так. А, нет, смотрите-ка. Мать его. Так, теперь понятно, что с этой стороны. Так, а что здесь? Это ни хренашеньки. Хотя я уверен, наверное, вот так можно как-то запрыгнуть, пройтись и посмотреть, что там все-таки есть. Ну ладно. Загрузить. Так. Мать его. Ты можешь просто заползти. Вот. Блин, только не нажимать на них. Так. Вот так. Так, а что я здесь все взял? Так. Теперь надо вспоминать, на какую мы тут. Да не та. А, во. Вот это. Да твою мать! Да ни хрена не так, их еще и двое.
Давай. Охренеть. Что-то я понять не могу. Ну-ка, ну-ка. Вы мне что-то очень дорого так обошлись, прямо. Так. Вот так. Ух, что-то взял для пистолета. Ладно, сохраним. Вот так, на прорыв пошли. Где ты? Вот так. Все, расправился с этими червяками. Заблокировано. Сейчас, подождите, восстановится. Пока вроде неплохо. Какой? Рабочая тетрадь? Рабочая тетрадь. Рабочая тетрадь, страница 77, упражнение 1 и 2. Ну давай. Ой, мать твою. Так. Вот сейчас у меня точно надо сохранить. Его. Ну-ка. Harrison, looks like you're going to have to reset the power relay to get that door open. It should be directly under your position. Look for a stairwell.
Кто где? Ну выскакивай быстрее, падла. Вот хрен пойми, то ли сверху, то ли снизу. Откуда вы взялись. Так, что-то я не понимаю. Так я бы мог, подожди. Я бы мог тогда его вот так вот захренакать вас. Без потерь для себя. Где? Так. Ну вот, видите? Можно без потерь для себя-то хренак этих. Так. Да вы охренели, что ли? Охренеть, они бы так бы и шли, и шли, поди, да? Охренеть, мать его! Я что-то понять не могу. Сколько вас и где вы там? Ни хрена непонятно. Вы вроде как нескончаемы.
пошла. Так, встретись с Беллой командой в посадочной доке номер 3. Охренеть! Тут на прорыв надо идти. Так. Вот так. Ух ты. Так я, оказывается, прошел. Так, сохранить. Сохраняем обязательно, потому что мы вышли туда, куда надо. Где ты? Опа. Ну, неплохо, неплохо. Сохраняем. Я теперь буду крутой. Давай. Мать его. Египетская сила. Харрисон, коридор второго этажа, видите, я к станции безопасности, доберись туда. Ага, на втором этаже можно активировать турели. Что мне может облегчить путь? Делаешь? Я, кстати, не ожидал, что будет так это, как сказать, миссия-то такая сильно глубокая за человека. Так, минутку. Один ход. Сейчас, подождите минутку, меня просто не было. Я уж забыл, о чем тут у нас было. Было на паузе. Так, сохраняем. Ё-моё. Ходите прятаться. Так. Блин. Реально оно-то давит. Давит на нервы.
Сейчас просто сюда сходим, посмотрим, что здесь. Ни хрена тут нет. Для дробовика, во. Так. Что-то мы там активировали, активизировали. Копись. Ой, напряжение есть, да. Так, здесь что у нас? Заблокировано. Так. Понятно. Охренеть. Мандраж бьет все-таки. Тут ни хрена нету. Нигде никто не выскочит. Взломать защиту безопасности ты сможешь где-то на станции безопасности уровня 2. Ёб твою мать, это меня специально сюда гнали, чтобы потом обратно гнать на второй этаж. Охренеть. Охренеть. Так. Да просто так. Так. Половина пути пройдена. Слушай, Харрисон, что-то происходит. Осторожно, горячо. Так, наверх прыгать. Так, минутку. Вот меня продрюкали-то. Сначала слева направо, потом справа налево нах. Надо убрать чемодан. Да не то. Давай.
Блять. Так, шифер, сила есть, ума не надо. Я не знаю, зачем я последовал за ним сюда. Бумаги о переводе отсюда. Ну давай. Так, патроны для смартгана. Ну где-то еще есть. Вот так это должно, по идее, было быть. Так. Ну-ка, давайте-ка попробуем. Ой. Давайте-ка попробуем маленько по-другому. Патроны пока не будем брать. Ну где-то. Так. Ну давай, сохраним. Понятно. Вот теперь давайте. Возьмем патроны. О, видите, на целых на 300 патронов больше сэкономили. Экономия-то какая? Так. Что, где? Ну-ка отставить меня пугать. Сейчас батарея подзарядится. И в путь. Путь. Так. Нормально. Оделся испугом. Запретная зона только для персонала, имеющего разрешение. Без исключений. А я очень имею.
Подожди. Откуда? Кто? Так. Так. Ладно. Так, здесь что, дорогой друг? Видел твое имя в аудиторском списке. Я хотел сказать ей, да. Короче, хрень написана. Опа, турели. Сохранить игру. Это ладно, я турели включил. Мне уже говорили, что будет с ними легче. Патроны для смартгана. Это у меня, кстати, у меня какое-то. Получено обновление цели. Встретиться с белой, блять, командой. На первом этаже. Да где вы, мать его? Сохранить броню мою, ни хрена себе. Не понял. Так, подожди, стой. Закрыто. А куда мне тогда идти? Вот сюда. Еще? Мать его! Вот так вот. Блин, а я помню, мы, короче, когда год какой был? Год был. Ну, 90, хрен пойми какой, когда же компьютеры только пошли, компьютерный клуб. Чужой против хищника начиналась игра так, или просто чужой, может быть, просто чужой игра начиналась так, что на тебя из пещеры орды чужих валят, и тебе надо отстреливаться. Это я хорошо помню.
мало кто вообще проходил хотя бы начало. А начало это, блядь, 3 минуты. Не слышу, не вижу. Блядь, я не успел прочитать. Блять, вот мне бы с тобой твой диалог бы еще как-нибудь здесь. Подожди, перед тем, как я дерну вот этот рычаг. Вот этот не дергает рычаг. Давайте. Так. Ага. Мать его, вы чё меня пугаете-то? И так нервы не к черту нахуй. Ни хрена. Опа! Еще локация. Блять, я так не сбегу, наверное, отсюда. Дата 7 января 2231 год. 9 часов вечера. Я поймал сигнал, сэр. Очень сильный. Отлично, выдвигаемся. Блять, вот мне не... мало то, что с людьми надо воевать, мне еще надо... чужими, с хищниками всякими воевать. То есть бороться за жизнь максимально. Блять, это еще и не берется. Вот тебе и хищник. Блять. Чё вы за мудаки-то такие? О, это мы сейчас быстро пройдем. Я могу открыть дверь, найди другой путь наружу. Нашел. Нашел. Бля, сейчас не сохраню здесь и все. Так. Сохраняю. Надо уже, по идее, это закругляться. Ну давай.
Охренеть! А что я должен был сделать? Блять, вас убили. Конечно, убили. Честно сказать, не знаю даже, что надо сделать было. Блять, а что делать-то надо? Где-то сойти поделать. Так, ладно. Так, охренеть, я еще и прав оказался. Мать его, реально, смотрите. Охренеть. Че не говори, но это пиздос полный. Осторожно, смотрите под ноги. Так ни хрена там такой ветер гуляет. Подзаряжаем батарею. Надо, блин, уже так-то закруглять. Поди, видео. Но тем не менее, смотрите, я делаю так, чтобы... По минимуму брони, по максимуму брони, по максимуму жизни у вас было. Чтобы вы могли нормально проходить, зная, где кто находится и чего, как проходить. Поэтому... Эта тварь где-то здесь. Охренеть. Хотя чужой, как и хищник, должен на меня, по идее, побежать. Так, кто-то пробежал. Я видел это. Не знаю, видели вы или нет, но я видел это. И убежал, тварь такой. Нет, у меня пока жизни на месте, все нормально, пока не жалуюсь. Минутку. О, да. Приятного аппетита. Вот такой вежливый, да, меня воспитали.
Да. Пока существо так на площадке. Шевелись. Блин. Гранаты с таймером. И гранаты с таймером тоже мне нужны. Так, читаем. Оживленность стабильности один. Так, ага. Неустойчивость в его мышлении, если, конечно, так понятно. Если бы мне не были в центре осады чужих, я сказал бы, что кто-то прокрался сюда и отключил турели. Понятно. То есть... Ага. Вот, мать вашу! Автомат у меня. В рот компот вас всех. Это, кстати, ленивые могут не открывать и не смотреть по щелям. Но мы-то посмотрим, чтобы знать, где чего находится. Вот смотрите, мы взяли автомат. Так, это что, у меня автомат? Сохраним. Блин, дай-то бог, если и тогда я, получается, пройду за человека. Понятно, мне надо наверх сходить, чтобы, блин, разблокировать. Замечательно, мать его. О, вот это я не люблю. Мне это в джедаях хватает. Что с ними случилось, да хуй на них? Ладно. Что было, то было, мне вообще насрать. Я так думаю, я тут сделал. Ага, у меня-то не видно, я не знаю, у вас видно, не видно это. Так. Корабль номер один, направленный к передовым башням для подготовки к возможным потерям. Кстати, у хищников и чужих есть основное видео. Состоит из двух фильмов. Блять, я не помню, как называется, но это как произошли чужие. Только здесь есть нестыковочка. Дело в том, что чужие их произвели люди произвели киборгов, киборги произвели чужих, а в нормальных чужих они уже были, когда люди их нашли. Вот такая нестыковка. Хотя вот задумка-то сама, если взять это первоначально, она вообще классная задумка-то. Сохранить. Go through the landing bay. Через посадочную площадку. Это мне показательно. Ладно.
Им я уже все равно помочь ничем не смогу. На. Ну чё, готовы, мать его? Блять, вот я реально говорю, мандражую. Мандражую. Ни хрена не так. Блять, значит, как-то надо спуститься. Я уверен, что это не так. Вот так. Идем сюда, тупичок. Смотрим. До хрена чего-то нам дали. К оружию. Ну давайте посмотреть, кто у нас здесь. Так. Не идет. Мать его. Не действует. Я засекла скачок энергии здесь впереди. Нахуй на него. Так. Вот есть такая байда. Не подошло. Не подошло. Заряжаем фонарик. По поводу вспышек я вообще что-то перестал беспокоиться. Они здесь вроде вообще не нужны. Подождите. Хрен там. Так. Подожди. Заблокировано. Ну давай. Блин, у нас там. Сохранить игру, а не загрузить. Читать я пока еще умею. Блять, тут в Бэтмене хорошо это было бы. Загрузить игру.
Блять, я понял, что не надо туда высовываться вообще. И останавливаться, кстати, тоже. Вот это мы хорошо поняли. После пиздячек. Мать, колотить. Блять. Вот так вот я тебя, суку, сделал. Ха-ха! Блять, у меня, господи, мама, не горюй. 42 осталось на балансе-то. Хищник реально мог меня ухренакать. Да, блять! Вообще не то. Ладно. Я хочу вот эту загрузить, посмотреть. Так. Ладно. Хрен пойми, какие у меня там загрузились, но загрузились. Блин. А смотрите-ка, все равно на 42 выхожу. И это учитывая, что у меня ракетница, бля. Так, я как понимаю, с хищником мне по-любому драться. Да подожди ты, мать его. Загрузить. Не, загрузить нету. Вот эту загрузить.
блять, а вот где ты, в какой стороне находишься? Это уже так. Патроны для пистолета, патроны для пистолета. Блять. Значит, надо будет в ракетницу сейчас все. Ёб твою мать, ни хрена себе, хищник мощный. Блять, хрен его автомат не берет, с ракетницей будем. Загрузись. Ну давай. Хер пойми, какие ракеты установлены. Загрузить игру. Блин, на 45, подождите. Нет. Прошу прощения. Вот так вот, на! Мать его!
Вот так. Разметал все. Воу! Сохранить. Так. Смотрим, что у нас здесь. Хрен да ни хрена, а вот здесь. Вау! Видео. Вот так, значит, получается. Гасить его надо. Я установил эти заряды. Мне это совсем не нравится. Это не был несчастный случай, парень. Ты выбрал неподходящее время. Вот так вот, ребятушки. Козлятушки. Что ж, на этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Увидимся в следующем видео. Пока. Ну а я пока буду записывать... другое видео.